Никаких колебаний, никаких уклонов. Все зависит от личных амбиций руководителей. Здесь священному РКРП задуматься, почему это произошло. Вы знаете, о чем идет речь. Есть такое понятие парламентский кретинизм. То есть уровень противостояния. Ну, если говорить о раздробленности, дело в том, что я считаю, это вообще процесс естественный. Сколько людей, столько мнений. Наверное, это многообразие должно быть отражено вот в этих объединениях. Возьмите, сколько левых партий. РКРП была, ВКПБ, КПРФ. Есть другие организации левого направления, молодежные, там, комсомольские, с разными названиями. Как-то между собой делятся, потом объединяются, расходятся. Потому что в ходе обсуждения тех иных вопросов, тех или иных проблем, стоящих перед обществом, конечно, то взгляды где-то сходятся, где расходятся. Это объединяет, вот, может быть, это движение людей в ту или иную сторону и разный, так сказать, вот, набор этих объединений. И я считаю, это как раз это нормально и хорошо. Есть более обобщающие организации, которые рассматривают масса проблем, которые существуют в обществе, касающиеся политики, экономики, отношения к той или иной религии, вопросы там, этики, нравственности. Это политические партии, которые в программах, соответственно, должны свою идеологию изложить, а это как раз совокупность этих взглядов, сказать, что они думают в вопросах политики, кому должна принадлежать власть, что основное в экономике – это вопрос собственности, как они его видят и представляют, и остальные вопросы. Но ведь достаточно большое количество организаций в том же городе у нас называют себя левыми. Да, больше разделяют им более симпатичные программы, скажем, коммунистических партий. Но сами по себе организации не готовы сегодня сосредоточить усилия на решение всех вопросов, которые сегодня прописаны в программах, скажем, партии. Когда мы говорим объединяться, не объединяться, а может этого и не надо. Вот, тем более процесс этот не может быть по команде чьей-то. Я посмотрел, интересовался очень делами вот наших соседей в Финляндии, финские коммунисты. Они к объединению шли там не один десяток лет. Сколько уже? Ну, несколько лет прошло, как у них прошел объединительный съезд. Долго спорили, долго разбирались. Там еще меньше отличий было в программах. Но не все финские коммунисты, кто себя называет финскими коммунистами, кто имеет тот или иной партбилет, объединились. До сих пор есть те, кто не смогли принять этого компромиссного объединяющего документа. Ну, «Аврору» создавали мы не потому, что кто-то такое снизошло. Жизнь заставила. Вы знаете, что произошли очень нездоровые явления в КПРФ, вот когда руководство стало громить собственную партию. Притом региональные организации, которые выделялись среди других своими показателями. Большей организованностью, какими-то результатами творческой работы, вообще творческим подходом. И когда часть коммунистов увидела, что себя невозможно реализовать в КПРФ, потому что некоторые вопросы, ну, просто удивительно долго решались или не решались вообще. Когда сочувствующие потеряли интерес работать с КПРФ, но хотели изменений в стране. Но это не члены КПРФ, которые, ну, для себя не считали еще возможным вступить. Нужно было где-то дать возможность им себя реализовать. Вот. И после того, как меня исключили из партии, моих товарищей, которые во многом сделали организацию здесь, в городе, известной, заметной, вот мы решили, что необходимо создать какое-то движение, не партия, потому что мы были на тот момент за то, чтобы оздоровить партию, рассказать коммунистам, что происходит, чтобы внутрипартийными решениями было подправлено положение. Сегодня я понимаю, что партия, благодаря, это вина руководства, безусловно, притом это преступное ее поведение, ее действие, стало просто одним из структурных подразделений этой власти для выпускания пара. Поэтому сегодня, конечно, многие ставят вопросы создания и преобразования в новую партию. Мы этим будем вопросом заниматься после выборной кампании. Вот. А для того, чтобы можно было сказать,
и обратиться к общественности с тем или иным вопросом, собственно, была создана была «Аврора». Я не вижу для себя организации, где во всем обширном круге вопросов, которыми мы сегодня занимаемся, можно было бы себя реализовывать. Я уже начинаю задумываться над тем, что «Аврора» в данном случае в городе и может быть той основой, которая должна будет преобразоваться в партию коммунистическую. Как она будет называться, это решат товарищи, которые сочтут нужным этим вопросом заниматься. К сожалению, должен сказать, что КПРФ просто угроблена. Угроблена рядом деятелей здесь, угроблена руководством московским, угроблена московским руководством центральным. Ну, давайте так говорить прямо и открыто, ведь что такое Родфронт? Это прежде всего РКРП. Что-то к нему примкнуло. Людей, которые сегодня встречаются, я многих знаю, да, амбициозные, вроде бы понимают, надо объединиться, а в то же время хочется быть обязательно руководителем, да? Если в РКРП это все-таки достаточно реальная организация, пусть небольшая, но отстаивающая свои четкие позиции и, в общем-то, не идущая на компромиссы по изменению. Я говорю, вроде бывают небольшие изменения в процентном отношении от написанного, но они принципиальные. Вот, то у других там и народу-то нет, структур нету. Объединяться, скажем, с теми, кто в рамках Садового кольца только, ну, это несерьезно. Вот. Притом ведь РКРП существует по времени даже раньше, чем КПРФ. Но почему-то потеряла и численность, и не получила поддержку избирателей, и многое, многое другое. Наверное, следовало священному РКРП задуматься, почему это произошло. А объединяться для того, чтобы продолжать ту же политику, наверное, тоже будет неправильно. Но мы же до сих пор с ней не объединились. Вот я представлял интересы КПРФ. Я не видел возможности объединяться с РКРП, хотя со многими ее товарищами плотно достаточно работали и объединялись на решение конкретных частных вопросов. Высказывали позиции, где они полностью у нас совпадали. Ну и то, что я видел, как попытается перетянуть идеал на себя, вот мы наиболее правильные, наиболее, так сказать, верные и прочие-прочие продолжатели там бывших традиций. Что будет на ближайшие годы, не берусь даже предсказывать. Вот, во-первых, не хочу быть пророком. Это вредно на своем отечестве, не я это сказал. Дело в том, что мы в России, это очень удивительная страна, и здесь все бывает наоборот, не по тем схемам, которые происходят там в той же Европе. Но я полагаю, что будет новая партия создаваться, по крайней мере, попытка такая будет сделана, коммунистическая. Будут точно так же продолжать левые попытаться зарегистрировать, ну, скажем, наши коллеги там из РКРП, Родфронт. Будут появляться новые маленькие организации, кто-то будет исчезать, кто-то будет появляться, это тоже нормальное явление. Во что это все в конечном итоге выльется, просто не берусь судить, трудно предположить. Но знаю точно, что после 4 декабря какой-то новый импульс ему этому будет.